25 филиалов иностранных вузов открыли в Казахстане. Об этом главе государства рассказал Саясат Нурбек. Министр науки и высшего образования отметил, что с зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения. Кроме того, более 2000 студентов изучают возможности применения искусственного интеллекта в 8 вузах страны. Ежегодно 100 человек по программе «Болашак» смогут обучиться по этому направлению за рубежом. Доложены новые механизмы в рамках подписанного закона о науке и технологической политике, который расширяет функционал фонда науки, внедряет всемирно известную методику TRL, Technology Readiness Level, на всех уровнях реализации научных проектов, а также новый особый статус Национальной академии наук, высшей научной организации. При каждом крупном промышленном предприятии будут создаваться специальные комитеты, которые будут выявлять производственные проблемы, и новая модель финансирования и в высшем образовании, и в науке будет фокусироваться теперь на решении реальных прикладных проблем наших промышленных предприятий.